Сегодня у нас особенное, специальное интервью с салаватскими ребятами, участниками военной спецоперации. На непродолжительное время они приехали в отпуск и нашли несколько минут для нас, чтобы пообщаться, рассказать про быт и жизнь в непростых условиях. Добрый день, ребят. Очень рада с вами встретиться. Наверное, как и все салаватцы, наверняка на улицах города встречают, узнают. Но расскажите, с каким настроением вернулись в отпуск, как вас встретили родные и близкие? Да, в хорошем настроении, то есть бодрячком приехали в отпуск. То, что увидеться с родными, с близкими, вообще, хоть и отпуск такой краткосрочный, но все равно приятно провести время. Когда скучаешь по дому, то есть общение с родственниками, со всеми, вот моменты такие позитивные. Отоспаться получилось? Да, так нормально спали. Отоспаться не очень. Отоспаться, да. Маму где? Это, наверное, самое главное, увидеть маму, жену, супругу, девушку. Да, маму, папу, супругу, близких своих, друзей, братьев, сестер, родственников. Всех увидеть, со всеми пообщаться, как это возможно, все быстро. Расскажите про жизнь и быт на спецоперации. То есть мы не спрашиваем какие-то нюансы, понятное дело, специальные операции, военные именно. Но как вы там живете, как разместились, дружны ли вы? Все вкусно. Да, мы живем, то есть в доме, так сказать, частный дом. Живем в комфорте, у нас там все есть. По питанию тоже все есть. Спать есть где. Живем с салаватскими ребятами. Круг наш. Там еще есть пару парней из Казани, с Татарии, то есть с которыми мы вместе уезжали. По группам живем, по домам, то есть нормально все, все есть. Телевизор есть, холодильник есть, даже Wi-Fi есть. Практически домашние условия, да? Да, то же самое, для себя комфорт создали, все сами, приобрели, то есть живем по кайфу. Даже бани есть? Да. Сами тоже построили? В тех краях, с банями как-то они не дружат, вот эти моменты. А просто мы так не можем без бани. Вот мы сделали для себя баню, поставили печку и топим ее каждый день. Здорово. А доходят ли до вас посылки с дома? Вот мы всем салаватам и окопные свечи делаем, и какие-то сети такие укрывные. Приходят ли вам весточки? Может быть, письма от деток приходят? У нас школьники очень много пишут вам. Да, я сейчас по порядку все. Гуманитарную помощь, то есть все приходит, до нас доходит. Большое спасибо за это жителям города Салавата, неравнодушным людям. То есть пришли толстовки нам, какая компания тут шьет, там женщины салаваты шьют толстовки, очень хорошие, из хорошего материала, то есть благодарим просто. Хотела сейчас поблагодарить, тогда момента не было, там просто написали номер, чтобы мы поблагодарили, извините, я забыл. Это все доходит до нас, доходят письма. Детские, поделки детские доходят, мы это все читаем, каждое письмо открываем, читаем, и у нас в доме на всех стенах письма, которые пришли нам вообще от детей, мы их развешиваем по всей стене. Ценно, дорого это нужно вообще очень вам? Очень тепло. Да, тепло. Это очень тепло, это приятно на душе вот это все читать, то, что такие письма там. Псалом, пацаны. Да, салам, пацаны, там. Шестое. Здравствуй, там, незнакомый мне солдат, то есть тебе пишет там девочка, вообще просто. И рассказывает за свою жизнь, там, вообще, что происходит. Там, вхожу в садик, там занимаюсь спортом. То есть вот это все мы читаем. Там, удачи нам желают, здоровья, то есть вернуться с победой скорее. Благодарят нас, то, что мы там. Совсем скоро вы уходите вновь. С каким настроением? Сложно ли будет после отпуска уходить? Или, как в первый раз, с тяжелым сердцем? Или все-таки сейчас будет проще, потому что уже знаете, что вас там ждет, как там все? Сейчас немножечко попроще будет уходить. Но все равно тяжело. То есть опять-таки разлука с родственниками, с близкими людьми. Как-то уже будем знать, куда мы. Прочный этап. Да, то есть куда мы едем. То есть до этого мы не знали, как что вообще будет.
Неизвестность. Где мы будем жить, да, то есть как мы будем вообще действовать. А сейчас мы знаем, ну, где мы живем, то есть нас там, также пацаны словацкие сейчас там, они нас ждут встречать там. То есть сейчас, ну так, 50 на 50, грубо говоря. Тогда, то есть тоже разлука с родственниками тоже. И плюс еще незнание, куда ехать. А сейчас хотя бы уже знаешь, что едешь туда-туда, то как-то попроще. С 1 апреля началась призывная кампания. Молодые мальчишки уходят в армию. Что бы вы им хотели пожелать? На срочную службу? Да, на срочную службу. Не считайте дни. Ребятам охота пожелать, да даже еще кто, кому предстоит это все. То есть нам нужно идти служить на срочную службу в армию. Год это вообще... Сейчас вот мы даже так оглядываемся назад, как бы эти дни вообще пролетают быстро. То есть нужно отдать долг родине, и военный билет нужен такой, ну, как у мужчины, чтобы он был... Чтобы были подготовлены. Достойно, да. И то, что вообще понимали, это же этап жизни тоже, понимаешь, там вообще как все происходит, и то есть на что ты способен, на что ты не способен. То есть вот эти моменты. Ну и вообще как бы... Год, это вообще, вот сейчас ему полгода пролетело вообще за секунду, а там год. Такие мысли у вас были всегда про долг, про то, что там вырастите как мужчины и все остальное? Или все-таки вот это вот серьезное осознание пришло уже, будучи на СВО? А если мужчина, то ему интересно это. Ну, для самого, для себя. Да, вот, ну, то есть, отслужил как бы, ты знаешь, что ты в запасе, да, все. Вот это началось... Специальная военная операция, как бы, все ждали просто момента, когда придет повестка. То есть, потом пришла повестка, мы собрались да поехали. Мы уже знали, то есть, ну, даже как автомат выглядит, то же самое. Угу. Ваши мысли, вы сейчас уезжаете, и победа за нами? Ну, конечно, единогласно победа будет за нами, мы вернемся с победой. Живы-здоровы. Да, ну все салаватцы, да, наверное, вся Россия, что уж мельчить, да, салават. Мы все тоже вас очень ждем, верим в вашу победу и в скорейшее возвращение к родным, близким, друзьям. Спасибо вам большое за интервью. Желаем вам удачи. Спасибо большое.